Добрый день, на связи журналисты Open TV Media. Находимся в центре города на проспекте Дмитрия Яворницкого. Здесь случилось происшествие, трамвай номер один сошел с рельсов. Коммунальщики на месте уже работают. Занимаются устранением причины. Сошел с рельсов трамвай, который находится чуть выше. Его при помощи буксира уже вверх подняли, но за ним уже образовалась вот пробка. Второй трамвай проехать пока не может. Напомню, что это далеко не первый случай, когда трамвай в Днепре сходит с рельсов. Раз за разом происходят какие-то непонятные ситуации. В данный момент трамваи по направлению музея Яворницкого не ходят. Движение парализовано. Thank you.